Сегодня 13 сентября 2020 года, и мы находимся в парке озера Рицы. Здесь вот национальный парк. Гуляем уже. Рицинский национальный парк. У меня тут вот Сужный Ряжный подсказывает. Едем дальше. У меня будет много видео, так что посмотрев эту часть, посмотрите другие видео. Вот такие отвесные скалы здесь. Горы красивые. Природа очень хорошая. Вот сейчас мы проехали Голубое озеро. Едем дальше. В сторону Каменного мешка. Но мы там не были, это только озвучиваю. Не знаю, где это. Ой, как красиво. Очень холодно. Ветерок. Лично я замерзла. Лошадки гуляют. Едем, и все, солнце где-то там. Никак мы не пробьемся к солнцу. Постоянно сопровождает нас горная река. И сегодня у них праздник винодела. Везде торговля меда. Обратно поедем, мы будем кушать блинчики с медом. Мы уже кафе заприметили. Ну, очень красиво. Вон там солнышко проглядывает. Вот так вот. Вот этот вот какой-то каменный мешок. Это между двух этот самый мешок. Наверное. Каменный мешок, наверное. Да, вот этот, наверное, скорее всего. Ох, какая красота. Да, скорее всего, вот этот. Ну, очень красиво. Фотографироваться не могу, снимаю видео. Вот он, скорее всего, так. Мешок. Между двух скал. Шикарные какие горы. Вот это да. Но не встанешь, не сфотографируешься. Здесь очень узкий проезд. Можем где-нибудь приостановиться. Не надо, поехали. Вот он, этот каменный мешок. Посмотрели. Площадка целая, можем встать. Не надо.
пещеры. Ой, смотри, какой камень. Вот это вообще да. Шикарно. Вот здорово. Это да. Такой первый раз видим такую красоту. В Казахстане видели каньоны, но не до такой высоты мы видели. Река у нас с левой стороны теперь оказался. Площадка. А нам куда? Нам куда? Вообще, да. Точно. Туда знак. Вот выше. Выбрались мы из тоннеля. Ой, как красиво. Я снимаю. Какой-то художник-творец постарался. Горной красоты, конечно, мы не видели. Без комментариев. Вот это Абхазия. Продолжение.